Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка, Крошка, Пиксар. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Карта у нас школа Балди, давно у нас не было. Рубрики, аниматроники гоняются за нами. Пацаны, я буду ставить очень много штук. Вы готовы? Да. Да, капитан. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я ставлю 1 000 000 штук. О, смотрите, будем его дурить. Кто же из нас умнее, я или он? Главное что, не паниковать. Вот запаникуешь, проиграешь. Видите, видите? И убегает щенок! Твою мать, Golden Freddy за мной! Я это текаю! Это очень плохая примета, пацаны. Сзади будет! Блин! Очень очково! Новое создание, бегай. Очень страшно, пацаны. Он еще очень быстрый, я понимаю, что все равно он меня убьет. Как бы я не убегал, и сколько бы я времени не убегал, он знает, где я постоянно. Все, прощайте, это мои последние секунды жизни. Очень жесткий этот аниматроник. Прям выслеживает конкретно, знает где ты и никак не убежать. Классный пилпак поставил, каждому по одному и сразу весело, да? Сейчас и меня найдут, не переживайте. Вот, смотрите, нашел меня. Да, я знал. Он выберет меня. Охранник все отравил. Ах ты хитрый жук, так нечестно. Опа, Фокси побежал. Так, здесь бегают одиночки-аниматроники. Ну и убивают. Серега, ты где? Я умер. Правильно. Я крошка. Хороший знак. Ой! Отлично, троем за одним. О, они встретились, ура. А, за мной Бонни гонится. Прощай, прощай. Нет. Они, короче, застряли. Аниматроник гонится. Фокси, блин. Давайте, давайте, мочите. Два гонится. Вроде поставил парочку штук, а такое в канале устроили. Да. Димас, как-то маловато, мне кажется. Давай я добавлю двух. Ну давай, давай. Я слышу, я слышу. Алло. Енот. Енот, он трое. Два Фокси, создание Golden Freddy бегает. Серега, знаешь, какую следующую рубрику будем записывать? Какую? С паутиной Спайдермена. О, будет мод. Жду, будем висеть. Будем висеть на потолке. А внизу будут бегать убийцы, настоящие люди, и мочить нас. Знаешь, как будет прикольно, когда они тебе будут ножичком за жопу касаться немножко, а ты будешь ее подтягивать. Возле меня очень много. Ой, ой. Заспамнил себе челика случайно. Вот эти звуки они классные издают. Я просто бегу. Я не ссу никого. Я хорошо, давайте, знаете, я вас сейчас кого поставлю? Я поставлю сейчас бесшумных аниматроников. Серега, удаляй. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. О, мой любимый Димас. Да? Все, побежали. Я думаю, хватит. Больше не буду. Я бегу, бегу. Меня никто не поймает. Я прыгаю. Главное прыгать. Выживу. Да-да-да. Весь это сила выживания. Беги, Димас. Она не за мной. За мной марионетки гонятся. Мы все умираем очень быстро. Тупик. И Димас, это, по-моему, чересчур сильно. Давай-ка я... Давай я удалю. Я чуть-чуть удалил. Вот оставил там 5 штук. Ну и даже эти 5 штук могут наводить нормальный шорох. А, я не могу убрать теперь эту штуку? Не 5. Не 5, да? Ну теперь 5. Много. Много. Нет, тут больше. Тут еще и Фредди. Ну все, да, все. У нас тут Фредди, Чика, Бонни. Это ты поставил! Да. Пацаны, мне жопа. А, не, не за мной. Это 40-я ночь пиццерии, Фредди. Это как это не... Это 100-я. На меня 2 чеки переагрили. Серега, они какие-то очень жесткие. Не, марионетка жесткая. Твою марионетку. Ну смотри. Я в классе с ними. Димас, твоя марионетка всех убивает. Все, все, нет марионеток, пацаны, нет. Чисто мои аниматроники. Да, они слабые твои, но от них можно зато весело поубегать. Чё тут Чика и Фредди бегают? А я вместо с Фредькой бегаю. Да, тебе фиолетовый чувак бежит. За мной два Бонни.
стой. Так, они как-то так прикольно бегают. Ну вот, блин, я все-таки думал, я проживу. Но не смогу я прожить так быстро. Фиолетовый челик? Да. Так, ты че стоишь, песочница? А ну вон. Да, скидывай его под фрачника. Я вот те, кто это трусят, это не убегают от них, это скидывают. Да-да-да. Серега, знаешь, они еще обманывают, они бывают проходят мимо, а резко поворачивают в мою сторону и убивают. А потом в итоге, ну да, да. Но в итоге ты умираешь. Да. Сильное заявление. Со 100% шансом. О, Димас, привет. Знаешь, что, где выжить? Пошли, я знаю одно место, где можно выжить. Я бегу за тобой. Бегу. Нет, это не то место, я вспомнил, где надо. Тихо, нам надо выйти на улицу. Мы не выйдем. Ладно, Димас, зайди куда? Ёлки. Блин, но... Беги, беги, Сережка, я в тебя... Так нечестно, хитрый жлоб! А он за тобой. Вот это было смешно уже. Улица была. Ну зачем ты его со мной ведешь? Чтоб тебя съел. О, я вот тут буду шкериться, вокруг стола бегать, смотри. Ну Серега, Аня не зайдет, они жирные. Ля-ля-ля-ля-ля, жирные кабаки. Ой, говно. Пришла куда кабака и хочет меня убить. Ну, у него получается. Ну не, давай, Серега. А он не может меня убить, это какой-то тухлый говна кусок. Только меня не убей, у меня 10 жизней. А вы вкусите? Не. Вкусите. На. Щенок. Серега, я тебя жду в этой комнате. На тебе, щенок. Никто не может его убить, с одного раза мочит. Угу. Если он стол перелезет, нормально. Было б мощно. Выбегаю из кабинета и тут сразу навстречу бомба. Ах ты жлоб! Под елку спрятаться. Серега, давайте я жду возле песочницы на улице другой стороны, там где горка. Бегу. Я на горку залезу, пока мне что. Пока тебя жду. Они что залезли? Я пока ищу выход тут. Во, они идут. В школе. Вот сюда не залезу. Я застрял. Чика, дверь закрыл. Я не могу выйти. И за мной фигня фрави. Идут, Димас. Идут, пацаны. Я на качели хочу залезть. Неумеха. После меня 4. А я запрыгнула. Ой. Прощай. Блин. Димас. Так, пацаны. Так, а ну слази давай. Вы сейчас на той части карты, да? Да, я вот уже прибежал, где горка вот эта. Угу. Это взрыв был видно вам с той стороны карты, не? Нет. Ты в школе взорвал, да? Не, с той стороны. Меня аж откинуло, Димас. Ну не убило же? Почти, ё-моё. Ух ты! Фу, я аж дернулся. Как-то всех так красиво обижал. Димас, я думал, пора наказывать аниматроников. А они не умирают, это же бессмертные вроде бы. Монеткой? А ну давай. Сейчас я возьму монетку. Конечно, я умру, пока стою. Так, подождите, это не то. Сейчас. Я буду мстить. Они монеткой тоже не берутся. Только что дважды кинул. Может быть, админским пистолетом? Попробуй. Ай! Меня зарезали. Не ссы, Серега. Нет, они не умирают, да. Серега, я выживаю с порталом. Ты где? Я в школе. Выходи сюда на горку. Бегу. Ой, ё-мо, они бессмертные реально, Димас, их не убьёшь. Давайте, за мной, пацаны, в портал. Ой, быстрей! Застряли. Все застряли. Вот жопы жирные вы все. Серега, мы тебя ждем. Вот, блин, не ждем. Я пришел, и вы все сдохли. Я пришел, тебя нема. А как нам их убить? Короче, не Серега, знаю. Удаляй. Сейчас мы свою жажду вместе сделаем. О. Вот сюда летите бомбой. На пятачок. Сейчас, Серега, готов бомбу, а я сейчас поставлю NPC-шек. Все, те, которые умирают. Так, я ставлю бомбу, никто другой не ставит. Так, давайте мы взорвем парочку таких. Парочку вот таких. Они что, летают? Ой, они прыгают, у них дискотека, смотри.
Да, прикольно. Бомба это... готова, Димас, я готов ее взрывать. Ну подожди, еще не взрывай. Ну все. 3, 2, 1. Алла. Ой, красиво. Вот это жесть. Ёперный театр, почему меня трясет камера? Я не знаю. Вот это взрыв. Ты что такое взорвал мощно, ребята? У нас минуту прочитывалось. Я просто это вырежу. Вот это мясо. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.